Не, ну это ни в какие ворота не лезет. Просто немыслимо. Чего? Представляешь, клиентка сейчас хотела меня развести. На что? На что? На все. Говорит мне, короче, вы мне отремонтируете машину, а я расплачусь с вами натурой. Ага. Что, ага? Брюнетка? Антош, неважно, кто это, брюнетка или блондинка. Так а где тут разводом-то пахнет? Ну, в смысле, где разводом пахнет? Я, значит, с ней и с ее автомобилем должен трахаться. Она получает удовольствие от хорошей любви и от хорошего качества ремонта автомобиля. Так? Не, Вася. Что нет? А я должен, значит, трахаться и с ней, и с автомобилем. Ну, с автомобилем-то буду я, а ты с ней. А, если так? Ну да. Потому что развода-то нету. Блять!